поближе. Да, ребят, вот такое видео необычное на улице. Значит, у нас 76-я ручка, это абсолютное зло. 66,5 килограмм. Ребят, это не гиря, это гантеля. И Володя попробует поднять. Давай, Володя. Вот чтобы видно было, солнце вроде бы, конечно, светит. Ну, 66,5 килограмм на 76-й ручке. Так. Есть фиксация. Да. Есть фиксация. Ребят, ну... Вот это тренировки убитые. Да. 66,5 килограмм. Давай ее все-таки занесем и покажем вес, потому что, ну, мало ли. Да. Может, деревянные блины. Ребят, съемку продолжаем. Вот. Я как бы пишу. Сейчас, весы. Так, забирай. Да. Чтобы все было по-честному, ребят. 76-я ручка. Ну, вы все эту гантель знаете. Абсолютное зло. Другой у меня нет. У меня есть меньше. А вот именно с таким диаметром. Да, закатывай. И ставь. Попробуйте. Убираем. Ну, здесь показывает побольше. Убирай. Здесь показывает 67 300, но по блинам здесь вес 66,5, на самом деле 66,5, так что мы врать не собираемся. 67 300 это не наш вес, наш вес 66,5, чуть поменьше. От Володи специально для остального хвата России с обители. Все, всем пока.